Привет всем! Очередная посылка из почтового ящика. Пошел, думал, квитанция будет почтовая. А там лежит конвертик. Что в нем? Что-то очень мелкое. Я пока не пойму. Ох-ох-ох. Не люблю так резать. Можно испортить все. А, о, это надо делать обзор. Это надо делать обзорчик. Ну, фрезы на микродрель. Фрезы на микродрель. Там что-то не стоили копейки. Я уже, честно говоря, про них и запамятовал. Так, не в смазке. Раз. Два. Ну, куда-нибудь годятся. Три. У меня все пригодится. Четыре. Без маркировки. Пять, шесть. Шесть штук. Испытаем, но так, что я вижу, качество не очень, конечно, уже. По дереву там, по пластику, наверное, по алюминию. Так, ну сейчас сделаем тестик, небольшой тест этих приспособ. Имеется у меня вот такая вот штучка. Сейчас мы испытаем. Угу, подошла. Так, не забываем про технику безопасности. Thank you.
Не знаю, для чего это. Ну, для чего-нибудь. Во всяком случае, пусть будет. Приваешь, что ли? Понапылил, понадымил. Ну вот и все. Да, может быть, где-нибудь пригодятся. Скорее всего, что пригодятся. Все. Подписываемся на канал, ставим лайки. Пока.